Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено волнистым попугаям. Понаблюдаем с вами, как завтракают волнистые попугаи. Кстати, в этой стайке, за которой мы сегодня будем наблюдать, в этом вольере, недавно выпал один птенчик. Я вам за него рассказывал, показывал. На следующий день, когда я пришел проверять, покушал ли этот птенчик или голодный, ну, я думал, надо будет самим подкармливать, я обнаружил еще несколько птенчиков, и на сегодняшний день здесь их уже трое. Вчера вечером перед сном сделал новую подстилочку, уже у нас пюре, такая травка есть, пюре называется, вот с такими колосочками, видите, какие колосочки? Но это все подсушенное, и птички тоже очень любят, ну, именно волнистые. Итак, сейчас я вам покажу. Вот один выпал с гнезда, малыш. Этот самый скандальный, очень сильно кричит. По крайней мере, позавчера он очень громко кричал. Вот там выпал с гнезда уже постарше. А наш, который первое время выпал, вон он там в углу. Ну, конечно, немножко он уже подрос, но я потом за этих выпавших отдельно видео сниму, посмотрим, как, ну, получше рассмотрим, поговорим. А сейчас будет видео так, как кушают попугайчики. И я надеюсь, нам удастся увидеть кадр, когда взрослые птицы, которые спустятся вниз кушать, покормят этих своих деток маленьких. То есть не обязательно их возвращать куда-то в гнездо, их кормят здесь на полу нормально. Сейчас я корм установлю и посмотрим. Сегодня на завтрак мои попугаи получат вот такую зерносмесь, состоящую из пророщенного, из замоченного зерна. Здесь разное зерно. И пшеница, и семечки, и овес, и проса, и кукуруза, и сорга, и канареечная семя. И вот такая сухая зерносмесь. Сюда положил, ну, яйцо вареное, это как бы само собой, когда малыши. Я сейчас хочу положить небольшой кусочек яичка поближе, чтобы... Если волнистые подойдут поближе, мне удастся снять их для вас крупным планом. Итак, мы разместили такую вот полянку. Ну и сейчас, я думаю, волнистые придут. Thank you.
Друзья мои, я так понимаю, что птица не особо голодная, потому что установку мою видеонаблюдения боится и не идет. Но была бы голодная, шла бы, потому что у меня есть видео, даже я держал в руках эти вот корыцы, и они кушали без всякого страха. В общем, почему сытая птица, я вам расскажу. Я взял на вооружение такую технологию. В общем, кормлю, управляюсь я утром. И потом где-то утром, это значит примерно часов 8. Ну, до 8 они уже накормлены. Затем вечером, это вот с птенцами я накладываю яйца и мягкого корма, и сухого корма. И вечером где-то примерно в 6-7 снова кормлю, обновляю все это дело. И в 10 часов тухнет свет. В 10 часов ночи тухнет свет. И затем здесь, в этом помещении, утром в 5 часов или полпятого начинает зорька. Здесь светло. А перед тем, как потушить свет, я насыпаю еще сухого корма. Потому что, когда они утром просыпаются, они быстренько бегут, кушают сухой корм, пока я еще сплю. Сейчас я покажу окно. Вон, видите, какое большое солнечное окно. Здесь достаточно светло. Птица может сама себе найти в кормушке корм. Ну и, в общем, что я хотел сказать, что они по зорьке перекусили, видимо. И сейчас у нас уже 8:30 утра. Птица особо прям... Ну, я думал, будет сейчас как вчера, по крайней мере. Они просто атаковали кормушки, но тут не было. Я из другого угла наблюдал. Сейчас посмотрим, птенчики накормлены или не накормлены. Ну вот там птенчики, видите, вот так не видно, вон глаз закрыл, спит. Я думаю, сытые спят. Обычно они бегают, орут. Вот он, малыш. И вот у него зобик полный. Зобик полный, все хорошо. В общем, родители кормят. Я прям сам видел. Вон, кстати, самка в угловом скворечнике. Видите, в угловом. Сейчас с самцом целуются. Вот она спускалась и кормила. Я видел не этого, не фиолетового, а вот у меня еще второй выпал. Он такой бирюзовый. Вон он, который сверху. Сейчас попробую ближе. Попробую ближе снять, чтобы никто у меня не вылетел. Так, сейчас этого посадим. Держись. Они еще даже на палочках плохо держатся. Ну, раз вылетели, я думаю, выпрыгнули, значит, пускай. Ничего страшного. Вот этот у меня... Ну, очень скандальный был, по крайней мере. Сегодня ему третий день, как он выпал. Вот такой малявка. Очень был скандальный. Видите, какой будет бирюзовая расцветочка. Вот еще даже он. Ему еще ползать и ползать, но он выпал. Ну, представьте, здесь у меня высота от скворечников до пола 2 метра. И вот этот маленький тараканчик 2 метра... В свободном падении, получается, преодолел. Наверное, так. Ну, уже смотрите, сегодня он на меня не кричит. А первый день тут столько было шума. А видите, он еще не умеет сидеть на палочке. Ну, мы... Моя задача его научить. Сейчас мы его посмотрим. Кстати, зобик у него тоже накормленный. Но не так, как у этого, но есть. Ладно, раз ты боишься. Он боится упасть. Видите, как крылышки растопыривает. Ладно, всему свое время. Пускай пока бегает. Он как на полу живенько побежал. Боится еще высоты, видимо. А вот здесь у меня крупненький еще есть. Тоже быстренький. Этот у меня... О, да этот у меня уже почти готов. Сейчас, минуточку. Этот уже почти готов. Ну вот, такие, если будут с гнезда выпадать, я еще... Согласен, у него он уже, в принципе, он завтра полетит. Сейчас его поймаю. А вот эти слишком маленькие. Да, его надо еще поймать. Сейчас так половлю и летать научится. В общем, ладно. Нет, не ладно, надо заниматься, чтобы были ручные. Вот, слышите, как кричит? Вот такой вот он. Мы с ним сегодня первый день так близко видимся. Немножко напуган. А тот у меня уже поспокойнее. Тут уже третий день сегодня. Сейчас я попробую посадить его спокойно на палочку. Но он что-то очень
напористо хочет от меня убежать. Ну а что ты от меня убегаешь? Ну так понаблюдаем. Вот видите, какое поведение, какой характер у птенцов. Хоть он и маленький, хоть он только из гнезда, но он не особо склонен к общению. Ему надо убежать куда-то. Я даже не успеваю за ним. Вот. К вечеру летать научится, я надеюсь. Вот такой вот рассвет и получился. Все, ладно. Не хочет позировать? Вот у нас есть фиолетовый. Полюбуемся на него. Друзья, всем хорошего настроения. Кто держит волнистых, пишите свои отзывы, советы, предложения. У кого-то есть какие-то вопросы, тоже не стесняйтесь, пишите, обсудим. Все, до скорой встречи, всем пока.